Из аэропорта Симферополь регулярно вылетают самолеты МЧС России, которые перевозят тяжелобольных пациентов на материковую часть страны для госпитализации. Так, медикам отряда «Центр СПАС» удалось спасти жизнь евпаторийца, экстренно транспортировав его в лечебное учреждение. Мужчина из Евпатории с серьезной травмой позвоночника. По данным специалистов, он нуждается в срочной высококвалифицированной и высокотехнологичной медицинской помощи, которую ему могут оказать в Санкт-Петербурге. Как сообщают в управлении МЧС России в Крыму, перелет на таком специализированном лайнере занимает времени около 3 часов. Состояние после травмы, связанное с нырянием в воду, и проводится его сейчас медико-санитарная эвакуация для дальнейшего лечения в городе Санкт-Петербург.